Компания Россети «Северо-Запад» предоставит клиентский центр под обсерватор для медработников. Договоренность была достигнута во время рабочей встречи Владимира Уйба и генерального директора предприятия Артема Питника. Встреча прошла в формате видеосвязи. Так, руководитель компании рассказал, что филиал в Коми успешно прошел осенне-зимний период и, несмотря на сложную обстановку, в плановом режиме готовится к предстоящей зиме. Все работы проводятся в соответствии с требованиями производственной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Специалисты обеспечены масками и антисептиками. Ежедневно проверяется температура тела персонала. Открыта горячая линия для работников. Офисные сотрудники, нахождение которых на рабочих местах не требуется, переведены на дистанционный режим. Также мы следим за тем, чтобы наши сотрудники соблюдали режим самоизоляции и не выходили на улицу. Мы также постарались сократить их контакты как с внешним миром, так же и между подразделениями. В условиях распространения коронавируса мы будем продолжать меры, направленные на защиту нашего персонала, потребителей и, конечно же... Владимир Уйба, в свою очередь, рассказал о необходимости создания в Усть-Куломе обсерватора и попросил Артема Питника предоставить для этой цели здание местного клиентского центра. Буквально рядом, в 300 метрах от нашей больницы, сделан такой достаточно большой офисный центр, там порядка 140 метров квадратных. И, насколько возможно, рассматривать его в случае пессимистического развития сценария, вот там в Усть-Куломе, рассматривать его как дополнительную площадь для развертывания обсерватора. Более того, это наш центр обслуживания клиентов. Мы уже освободили все помещения, и мы готовы к передаче под нужды здравоохранения. Глава Россети «Северо-Запад» отметил, что обслуживание потребителей переведено в онлайн-формат без потери качества оказания услуг. А потому уже в скором времени на базе клиентского центра будут оборудованы места временного проживания для медработников местной районной больницы, тех, что непосредственно участвуют в лечении носителей коронавирусной инфекции. Владимир Уйба поблагодарил компанию за оперативную помощь.